Звонок в 6 утра, я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу-Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно, именно Бабу-Ягу. Это кто звонит? Это Баба-Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, кто? Чего? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется звать Сёмочка. И это Баба-Яга? Какая тебе Баба-Яга? У вас что там, мозги повлетали? Я артист, я только лег. И это Баба-Яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку. Я забыл отключить телефон. И вы меня наказали тут же. Здравствуй, Баба-Яга. Чтоб ты там сдохла, я сейчас положу трубку. Не клади, пожалуйста, трубку, Баба-Яга. Мальчик капризничает, не хочет кушать, балуется. Представляешь, Баба-Яга, он черной краской разрисовал белые стены. Мы не можем смыть. Он разветил настольную лампу. Папа включил. Папа ударило током. Папа лежит. Слушай, вот пусть током ударенный папа ими занимается. Зачем ты мне все это рассказываешь? Я артист. Я не сплю ночами. Я принял снотворное. Алло, Баба-Яга. Еще раз так назовешь, сука, убью. Баба-Яга, я прошу тебя, поговори с Семочкой. Да я его паскудника по стене размажу. Вот-вот-вот. Что вот тут? Вот это и скажи ему, Баба-Яга. Что это вы в 6 утра не спите? В воскресенье, как все нормальные люди. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Постой, постой. Если я ему два слова скажу, он весь год говорить не сможет. За то, что вы меня разбудили, я прокляну его жизнь. И мать его, и отца его. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Чтоб ты сдох, придурок. Я тебе рожу переверну и на задницу надену. Ты у меня по утрам не тоже порядочных людей. Ты своей мамы будешь бояться. Ты всех людей будешь избегать. Это Баба-Яга. Чтоб ты сдох, идиот. Я все твои вонючие ручонки повыдергиваю. Так это Баба-Яга. Ты что, не слышишь? Подонок. Не буди артиста, кретин. Артист спит днем. Этим он отличается от других людей. У артиста рассвет в 3 часа дня. Тетя, так вы Баба-Яга. Артист полнокровно живет только ночью, гаденыш мелкий. Тетя Яга. Какая тебе тетя, подонок? Посмотрел бы ты на мое лицо. У меня такая борода, как ты. Хочешь, я тебе покажу свое лицо? Нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему все мне достается? В общем, посмей еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая. У тебя свисток есть? Да. Знаешь, куда тебе вставлю? Весь будешь свистеть. Во сне будешь свистеть. Сам себя будешь будить свистом. Минуты спать не будешь. Дернешься и свистнешь. Не трожь артиста, обглодышь. Артист – существо возвышенное. Если вломит тебя один раз по заднице, всю жизнь будешь отхаркиваться. Иди реви к маме, не реви мне в ухо. Ой, 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 это я, мамина Сёма, то есть это Сёмина мама. Ой, спасибо, Баба-Яга. Не знаю, что вы ему сказали. Он в угол забился, там ему и место. Забейся тоже. Все углы забейте. Так нас трое, котом своим забейте. Спасибо, Баба-Яга. Свою маму в угол забей, мамина Сёма. Кто тебе мой номер дал? Да я случайно набрала, но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам по утрам? Стой, стой, мамина Сёма, дай мне телефон, у меня тоже проблема есть.